Знаешь, я устала от всей этой жизни. Вокруг только тлен, боль, безысходность. Я слишком много мучилась. Надо прекратить страдания. Я дьявол. Я пришел, чтобы проводить тебя в мир мертвых. По-твоему, то, что с тобой сейчас происходит, это нормально? Нет, это совсем не нормально. Если ты думаешь, что ты еще жива, то ты очень сильно ошибаешься. Ты совершила очень большой смертный грех. Отняла у себя самое ценное, что у тебя было. И что теперь со мной будет?
И за это ты получишь соответствующую расплату. Где я? Боже, куда я попала?